Участок пешеходной зоны по улице Молодежная от проспекта Ленина до Красноармейского. Еще недавно здесь сложно было пройти, не запнувшись. Старый асфальт, местами выбоины. Весной этот объект стал одним из шести, которые горожане выбрали для реконструкции. Его готовность сейчас около 40%. Будет благоустроено в части пешеходной инфраструктуры, в части малых архитектурных форм, то есть это лавочки будут установлены, урны в местах вот как раз отдыха населения. И дополнительно будет выполнено освещение на неосвещенных участках. Это самый объемный и дорогой объект, почти 26 миллионов рублей из 65, выделенных на реализацию программы. Хотя готово не все, уже виден новый разноцветный рисунок пешеходного участка. В первую очередь хотелось убрать серость, вот эту вот однотонность, серый асфальт. И поэтому мы предлагали как можно более такой праздничный вариант, покрытие такой более красочный, яркий. В ходе реконструкции данного участка, как обещают городские власти, Барнаул лишится одной из достопримечательностей. Речь идет об огромной луже, которая образуется после дождей здесь, на пересечении Ленина и Молодежной. Но вряд ли кого-то из барнаульцев это сильно расстроит. В разгаре работы и на других пяти объектах. Это Нагорный парк, аллея Ленинградская, сквер химиков. На площади Мира реконструируют фонтан, в том числе заменяют его начинку. А вот сквер адмирала Кузнецова на пересечении Балтийской и Шумакова капитально отремонтируют впервые более чем за 20 лет. Здесь также уложат плитку и поставят малые архитектурные формы. Работы на всех шести объектах городские власти обещают завершить до 1 ноября, но не исключают, что некоторые объекты даже сдадут досрочно. Илья Кочетков, Александр Антропов, «Наши новости».